Анна Павловська, спеціаліст інфекційного контролю, представник Асоціації служби організації інфекційного контролю. А також хочу додати, що пані Анна у нас президент Центру розвитку «Європейський стандарт», а також організатор проєкту «Рукавичка». Вітаємо вас! Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про проект, який допоможе миколаївським дітлахам не тільки показати дітям Словенії про те, якою є гарною наша Миколаївщина, але й також отримати можливість поподорожувати трошки. Да, сейчас организовывается новый проект, и мне хочется всем сообщить, что его старт 15 сентября этого года. Ровно 2 месяца дети Николаевской области будут иметь возможность сделать творческую презентацию Украины. Это будут самые красивые места Украины, и из этих рисунков будет сделан презентационный фильм, который будет показан в столице Республики Словения, городе Любляна. Автор лучшей работы будет приглашен на эту презентацию этого фильма, будет выставка в Национальной библиотеке Республики Словения. И после того, как презентация состоится в Республике Словения, будет почетное награждение торжественное уже в Николаеве. И авторы лучших работ, победители будут награждены. И будет показан этот фильм, и будет показан, как он был презентован в Словении. Какие же мета и завдання цього проекту, на що він налаштований? Ну, конечно, скорее всего, это формирование позитивного отношения к Украине. Это формирование позитивного отношения к нашей культуре, к украинскому языку. И развитие дружественных отношений между славянскими народами Украины и Словении. И также нужно формировать и воспитывать детей в духе патриотизма. Як виник цей тандем роботи між Україною та Словенією, між двома центрами – нашим миколаївським та словенським? Да, я хочу сказать, что организаторы этого проекта – это 2 общественные организации. Первая общественная организация – это украинская, это Центр развития «Европейский стандарт». И вторая организация – это украинская культурно-образовательная организация «Рукавичка», которая находится в Словении. Ее руководитель Ольга Мороз, с которой у нас произошла случайно знаковая встреча в городе Любляна, мы познакомились. И я узнала, что очень много интересных проектов и презентаций достойной Украины она проводит в Республике Словения. И, конечно, я не могла пройти мимо, и у меня зародилось желание, и мы вот создали такой совместный проект, который уже стартует 15 сентября, напомню всем. Какими же є критерии участия дітлахів у цьому проекте? Значит, условия проекта таковы. Первый этап проекта – это конкурс рисунка на тему «Подорож Украиною». Это будут самые красивые места Украины, которые могут рисовать дети в возрасте от 9 до 15 лет. И каждый ребенок может нарисовать до 3 работ. Тобто не тільки одну роботу можна? Да, можна нарисувати до 3 робіт, ограничений нет. Единственное, що це має бути рисунок формата А4. Рисувати можна чим угодно, крім фломастера. Щодо тематики, це мають бути куточки саме Миколаївщини, чи можливо ще щось якесь варіація? Ні, це буде презентація всієї України. Це буде і є такі підтеми в конкурсі, які я представлю позже і на страничці в Фейсбуке будут расположены они, и это будут такие тематики, как Крым, Перлина Украины, Николаевщина, Киевщина. И, в принципе, любое самое красивое место Украины, которое любит ребенок, он может его показать в своем рисунке. И Хортица. У нас очень много достойных, красивых мест в Украине. И мне кажется, что наши дети узнают много о нашей стране именно благодаря этому проекту. Потому что есть замечательные заповедники. И когда будет презентация этого фильма, я надеюсь, что наши дети узнают о том, какая наша страна красивая, большая и замечательная. Куда можно надсилать работы, а також, можливо, как можно связаться с организаторами для того, чтобы какие-то детали уточнить? Да, я думаю, вопросов будет много. Отправлять работы можно и по электронной почте, и по адресу Садовая 3В Центра развития. Также их можно приносить физически на адрес Садовая 3В.
И телефоны будут даны на страничке Фейсбука. Зараз телефони також є на нашому екрані, і наші телеглядачі мають змогу їх занотувати і також надсилати туди свої роботи на електронну адресу. Правильно, это электронный адрес, да, и телефон, на который можно звонить. И, конечно же, есть страничка в Фейсбуке Центра развития «Европейский стандарт». Там тоже можно обсуждать любые вопросы, можно задавать их, и, конечно, вы получите на них ответы. Щодо переможців, ми знаємо, що зможе дитина-переможець поїхати до Словенії, отримати таку можливість. Ось про це, я думаю, зараз усім потенційним учасникам дуже цікаво послухати. Звісно, призи – це дуже цікаво, я, звісно, вам о ньому розкажу. Значить, побідитель конкурсу «Рисунка подорож України» буде такі три возрастні категорії. Первая возрастная категория – это 9-10 лет, вторая – 11-12 и 13-14. В каждой категории будет три победителя – первое, второе и третье место. Конечно же, эти победители получат ценные призы, подарки. Конечно же, дипломы участников все получат как раз на награждении в Николаеве. Но будет 10-й – автор лучшей работы, которую признает международное жюри. И этот автор будет как раз приглашен в столицу Республики Словения, город Любляна, на презентацию фильма, на выставку работ в Национальной библиотеке Словении. И, конечно же, ему покажут самые красивые места Республики Словения. Нічого собі. Ось ви знаєте, мене також зачепив момент, що у Словенії, дійсно, в Миколаївщині та Україні буде приділена на така велика частка уваги і презентація у бібліотеці, і створено буде фільм. А ось чи не плануєте ви у майбутньому зробити такий невеличкий відгук, відклик і зробити те ж саме про Словенію у Миколаєві в Україні? Обязательно третій етап проєкту – це те, що буде у нас награждення в місті Миколаєві. І коли ми будемо показувати презентацію нашого фільму, да, об Україні, звісно ж, ми покажемо і презентацію Словенії. Но второй проєкт, я надіюсь, буде якраз обратний, і така ідея, звісно ж, є. Давайте ще раз нагадаємо нашим телеглядачам про те, як вони можуть взяти участь у цьому проєкті, а також головну його мету для того, щоб учасники точно зрозуміли, що від них потребується. Если вам от 9 до 15 лет, вы можете принять участие в конкурсе. Для этого вам необходимо определиться, какое самое красивое и самое любимое место в нашей стране для вас. Потом вы берете бумагу формата А4 и рисуете. Каждый ребенок может нарисовать до 3 работ. После этого работы вы высылаете либо по электронной почте, либо по адресу город Николаев, Садовая 3В, Центр развития Европейский стандарт. Либо позвоните по телефону, который был указан ранее, и мы с вами обговорим, как можно этот рисунок доставить. После этого будет создано международное жюри, будут определены победители, будет определена дата награждения, и вы все узнаете. Дякуємо вам за те, що створюєте такі проекти для миколаївських дітей, за те, що дійсно популяризуєте Миколаївщину та Україну поза теренами нашої держави.